Ну-ка, давай, жги, друг. Даже судьи не успели. Выталкивай его. Дайся. Чётче, Тимоха, чётче. О, хорошо стоит. Левый боковой, правый лоу. Левый боковой. Ну, что ты делаешь? Соберись. Ой. Тимоха, в голову нельзя бить-то, блядь. Что ты делаешь? Стоять. Ну, ты понимаешь, что это баллы ему дают, ты проигрываешь за это? Или не понимаешь? Не надо это делать. Ара. Вы сейчас с ним. Стоп. Второе предупреждение спортсменов в синей экипировке. Третье предупреждение – это дисквалификация. Эй, ты что, совсем олень, что ли, а? Соберись. Да не надо это делать, а! Ну не надо, ну что ты такой тупой? Руками, раз, рука. Ну! Ты этой ногой не бей, руками под... взрывайся, левый дернул, правый встретил. Спортсмена дурак. Какой ты дурак. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Объясни мне, пожалуйста, садись. Что ты делаешь? Что? Извини, помазал. Ты глухой, тупой, что ты? Я ж тебе говорю, не бей ногой, он тебя ловит и постоянно бросает. Постоянно. Ты слышишь, о чем я говорю? Ты меня слышишь, спрашиваю. Ногой не бей этой туда. Одиночный. Дерни. Нога, рука. Ты понимаешь, что ты крутишься, вертишься. Все, ты проиграл первый раунд. Все. Ногой в голову нельзя бить. Постоянно падаешь на четвереньки. Я тебе говорю, каждый раз это бал. Дернул, взорвал. Руку по ногам бить. Руки плотнее держи. Вот, ушел, плотная защита. Руки плотнее, ближе к нему. Лоу бей. Хорошо, и поднимай на голову потом, рукой. Плотно руки держать. Ближе к нему, за ковер. Вот, стоять. Оттолкни его, не надо. Тимоха, лоу бей тоже. Руки плотнее, вот, плотно руки. Ближе к нему. И в голову поднимай тоже рукой. Ближе к нему. Ну ты чё, спишь что ли, а? Проснись, ближе. И рукой добавляй. Добавляй руку. Тимоха, начинай взрываться. Еще жестче. И левой ножкой заканчивай. Ну, давай. И ответ правым боковым нужно было. 30 секунд. Все, оттолкни и продолжи атаку сразу же. Тимоха провалил, ответил. Провалил. Я и вновь встречаю. Ты встречать-то можешь или нет? Вот. Стоять на ногах. Стоять на него. 10 секунд. 10 секунд, Тимоха. 10 секунд. Ну, вот. И ответ еще раз. Еще раз, Тимофей. Тимоха, еще раз говорю. Бросок! Не можешь, блядь, вытяжь не можешь, что ли? А? Да, все. Сейчас отдашь, блядь. Я снимаю на середину. Помпацов!